Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы добрались до скриптонита Индаблэка Гурт Родионис. Трек называется «Цифры». Кроме скриптонита больше никого не знаю. Ну ладно, давайте. Вообще я не люблю скриптонита. Вернее всего, если понимать то, о чем он читает, то смысл вырисовывается. Но так как в 99% я вообще не понимаю, о чем он. А его вот эти вот фразы, которые ты не понимаешь, они, в общем-то, как бы мне не нравятся. Вот если бы он читал почетче, возможно, все было бы по-другому. Но каждый раз, когда я начинаю слушать скриптонита, я каждый раз надеюсь, что он все-таки сменит свою позицию и почитает что-нибудь серьезное и понятное для меня. Ну, давайте. И судя по мотивчику, все будет то же самое. А обобщил не тот, что раньше, не тот, что был. Я тупой, слишком непонятный, где агрессив. Заебал треки для танцев про любовь, где на дуде. Говорю одно, потом не соответствую. Кизит твою тёлку заебал, как ты на нее смотреть умудряешься вообще. Не, я не буду больше петь под одного, нахуй рэп, у меня теперь бойс-бэнд. Я того пациент, я же чистый 50 cent. Мама купит мне бронежилет, я возьму билет на Москву. Там же нет никаких бед, я ебу только высший архитект, крайне высший интеллект. Ажиотаж, я алкаш, купил уже пару гек. Шкуре баунти, в баунсе Маугли, потерян в этих джунглях маленький. Касики, гарики, в одиночестве как опарики. Еще одна ночь придет налегке, вижу насквозь их словно ринге. 16 цифр и полетит, прикупил все, что захотел. Налегке, обалдеть, как в камере всегда в нарнике. Мягкий, как в твоей кишке брики. Дети с фена перешли на миг, тот же хуй, только в другой руке. Перешел границы не вспотеть. Маргин, менталити, тебе видней, кто я в этой среде. Расскажи, давай, оставь коммент. Кошмар, друзья мои. Закончилось. Вот что хочу сказать. Вот я сказал, песенка ни о чем. Ну, тройку могу поставить только за то, что понятно хотя бы слова было. Но мне сейчас будут говорить, что значит песенка ни о чем. Да, всегда есть смысл. Но если я говорю песенка ни о чем, это говорит о том, что этот смысл,
это просто каша слов, из слов. Смысл, у которого нет смысла. Да, то есть любой текст, он имеет какой-то смысл, да, и если его послушаешь, то можно понять, что ты пошел туда, потом увидел море, или вместо моря увидал какой-то пруд. А на деле-то, когда ты вот то, что ты прочитал, послушаешь со стороны и думаешь, господи, о чем это, кому оно надо? Вот здесь вот кому оно надо? Поэтому такие песенки называются «Песенки ни о чем». Поставила бы 2, но из-за того, что было понятно, еще написано для тех, кто вообще не понимает, о чем эти песенки, чтобы перечитывать. Поэтому поставлю 3. Вот и все. А больше даже сказать нечего. Фу, какая кака. До свидания.